еще один сегодняшний ролик. У нас дождь собирается, не знаю, пойдет, не пойдет. В общем, вот докуда я сделал крышу. Здесь вот так вот все. Стекловату я собираю в мешочки, когда залазю. Вот кто-то увидит, что здесь из кусочков, здесь будет пристройка. Здесь, может быть, часть крыши будет демонтирована. И из обрезочков, чтобы все было в дело, потому что куски вот такие вот выкидывать как бы не приходилось, я сделал то, что вы видите. Три одинаковых обрезка, один пополам, остальные снизу уложены. И они между собой склеены силиконом. Такой вот силикон, беленький. Ну и большинство листов, там тоже, видите, силикончик подтарчивает. Они приклеены между собой на силикон. Для того, чтобы повысить герметичность. Сейчас дойдем до того, что я сейчас сделаю. Где я выкинул дохлых животных. Так. Вот так вот. Я вот тут разгребаю. Вот она кучка. Мешочек на нее налетел. И что я хочу показать вам. Показать вам толщину стены, наверное. Так, грабельки вчера починил. Вот сколько грунта я отсюда уже снял. Так-то плохо видно. Но здесь кучка нормальная. Да, если его шевельнешь, он достаточно легко поддается. Но вот это все выгребать достаточно сложно. Ну, неважно. Столько сегодня слов. Вот смотрите, видите? Тут все такое живое. И вот это все мне придется отсюда вырывать. Ну и, соответственно, вот они, доски потолка. Здесь как раз вот тут дохлая животина лежала. И в аккурат вот эта вся вот зараза, плесень там, знаете, такая трупная, как раз в центр балки как раз и капала. Так что все это уже вытащил, выгреб, здесь уже подгреб, видите, уже начало подсыхать. Так что все прекрасненько и хорошо все двигается. Сегодня мне надо максимально снять все это дело, чтобы это все дело как-то снять. Вот я вот сижу вот на балке, да, этой, и лопатой двигаюсь туда-сюда, чтобы мне было легче, закидываю вот сюда. То есть, видите, вот здесь вот хлам остался, я уже часть собрал мешок и вынес. Вот это вот сейчас крупняк остался. Я его просто скину на первый этаж в пристройку. Вот видите, где куски железа лежат. Там у меня как раз в пристройку щель такая. Вот это все туда покидаю. Потому что носить вон туда, где красные труселя лежат, очень далеко, и спускаться под лестницу, по лестнице, и там в мешочках это все таранить. Поэтому я решил сбрасывать крупняк здесь. А здесь уже под навесом, в принципе, легко можно собрать и по чуть-чуть выносить, не залазя сюда. То есть не делая лишние маршруты, так скажем. Вот здесь матрас, поэтому вроде бы кажется много здесь всего. На самом деле нет. Здесь матрас и пьедестал под матрас, тоже самодельный такой. Я делал, он более-менее живой. А вот сверху налетело как раз со стен стекловато, то есть осыпалось. Листочек там на трех саморезах долбится. Тоже надо все слазить, но пока что не до него. Пока что процедуры более важные как раз вот здесь. Часть, может быть, кровли вот здесь вот поменяю. Мне есть целые листы. И очень удобно, пристройка вот она. Если что, сюда легко можно дотянуться. Поэтому у меня шло с того угла в эту сторону. Кстати, вот сюда вам надо саморезик закрутить. Проглядел. А, саморезики у меня закончились, я их опрокинул случайно. Одному очень тяжело делать вот эти нюансы. Все с кровлей. Ну, в принципе, получилось нормально. Вот такие дебильные коньки, кто-то скажет, да. А я вам скажу, не дебильные, а нормальные. А знаете почему? Потому что стоимость одного вот такого же по размеру конька составляет 400 рублей, а из одного листа, который стоит 500 рублей, получается таких 4.
Их как раз сюда нужно 8 штук. 4 на одну, на один скат идет, и 4 штуки по 2 метра идет на второй скат. Вот. В центре там все хорошо. Вы тоже не переживайте, что там все криво. Там просто, блин, я сделал все как надо, а еще и соседи свой кусок пришпандорили. Зачем, не знаю. Не понимаю я это их не уже дело. Короче, при дожде ничего здесь не протекает, и все хорошо лежит. Все делалось большую часть в одного, но самое сложное мы делали с Санькой вдвоем. Так что все прекрасненько. Так что не переживайте, все делается. Обрешеточка. Тут будут новые доски. Часть вот из этих новых, они не пострадали, с этой стороны ничего не горело. Здесь была копоть только вот на балке, из-за того, что под крышу как бы дым проникал с того аж угла. В общем, все здесь обработано, уже все впиталось и все вообще замечательно. И остается мне просто разгрести вот это все дело и освободить потолок. После чего его нужно спиливать, вытаскивать, освобождать крышу. А будет очень много мусора, поэтому чем больше я скину отсюда, будет меньше мусора. Но не факт, что даже если я все здесь промету, здесь мусора будет меньше. И после этого нужно будет новую крышу, уже будет видно, как она укладывается. Я вам тоже покажу, расскажу, потому что я веду дневник этот в первую очередь также для себя, потому что, конечно, такое старье и так сделано через одно место, это весьма очень-очень-очень сложно. И надо делать все более правильно и через другое место. Поэтому, как это было и как я сделал, мне просто, знаете, необходимо для будущего. Вдруг сразу все это можно будет как бы и оценить. И плюс люди иногда подсказывают, дельные советы дают, тоже можно всегда прислушаться. Но там железо наложил я. Я не знаю, есть смысл его вообще снимать или нет. Напишите в комментарии. Мне, честно говоря, некуда его ложить. И оно там уложено на досточке. То есть оно продувается со всех частей. И там все под ним выметено. И там все выровнено, по идее. Да, то есть со своей стороны я все вымел, а со стороны соседей я хлам не трогал. То есть с моей стороны там все чисто. Вот оно вот так вот навалено. Сдавать его, я не знаю, особого смысла я не вижу.